перепутал кнопку. No!
طب лекарство Шиноби. Пассивный навык, усиливающий эффекты лечебных предметов. Чтобы выжить, Шиноби должен разбираться в медицине. А ведь невозможно сражаться, не получая ран. Изучить эту технику можно лишь после многочисленных ранений в боях с сильными противниками. Где этот навык?
трубка полуночника. Бамбуковая труба, трубка, через которую можно разглядеть отдаленные объекты. У Синоби и так хорошее зрение, но глядя через такую трубку одним глазом, Синоби может видеть еще дальше. Полуночники-ниндзя, охраняющие крыши замка Асина, зорко следят оттуда за неприятелем. Мало что ускользнет от их взора. Как туда попасть? Еще один минибус. Если это минибус. お主と、はい。お主とクロウ様の幻を見た。幻。ああ。クロウ様は今はどこにいる？アシナの城。その天守近くで囚われとなっておいでです。ですが、城の門は閉じられています。
Соко. Окамидоно. Йоку майрареました. Дева, мата. Thank you.
Oh. Объявление. Вернитесь, если вам дорога жизнь. Нельзя
обезглавить безголового. Наши мечи и пики не дали результата. Туда прыгну. Леденец Гатиина. Главный жрец Сэмпу дал эти леденцы шайке низкорослых, но опытных убийц. Когда-то они были стражами храма, а теперь выполняют грязную работу для его обитателей. Леденец заглушает звуки и скрывает ваше присутствие. Раскусив такой леденец и встав в стойку Гатиина, воин получает благословение духа. Собственно, босс. Посмотреть, что там. Что за? Безголовый. Не хочу спрыгнуть к нему. Могу двигаться. Ага.
Жесть какая-то. Смотрит сюда.
Почему он не блокируется? Там же не появлялась иконка. Мне кто-нибудь объяснит? Thank you.
тут палю, потому что там стоит чувак, и там стоит, и вот там стоит. Срал. Yeah.
шмыгнуть. Ископаемое железо, добытое в землях Ашина, широко используется для базовых улучшений, в том числе годится для улучшения инструментов протези. Земли Ашина укрыты густым снегом и неплодородны, но зато там попадается неплохое железо. Божественные конфетти. Конфетти с благословением, позволяющим изгонять призраков, изготавливаются в ходе специальной церемонии с использованием почитаемых вод первоисточника. Подобно тому, как боги благословляют воды первоисточника, так и эти конфетти благословляют того, на кого они падают, делая призрачных врагов уязвимыми к атакам.
тот же звук. Шок противоядия. Божественная трава. В земле Хашина есть одно очень древнее место. Говорят, что его почва, камни и вода снискали внимание богов. Целитель Даген изучил местные растения и придумал рецепт этого особенного лекарства.
Блин. Thank you.
хера? Ничего не происходит. Пришлось воскреснуть ради этого. Ну ладно. Это же не читерство, воскресность. Первые молитвенные четки, нанизанные на нитку и принесенные идолу резчика бусины, повышают максимальный запас жизни и концентрации. Четки из таких бусин популярны среди могучих воинов. Ярость воинов Ашина известна по всей Японии, особенно прославлены их военачальники. Все до последнего мастера стили меча Ашина.
Хера. Он сюда смотрит или куда? Он сюда смотрит. Либо это, либо вот это.
Ладно. Мы немножко продвинулись до сюда. Убили двух мини-боссов сегодня. На этом надо заканчивать.